Друзья, привет! С вами Леонид, Раптор ТВ. Сегодня случился тот день, конечно, день случился немного раньше, но к нам, наконец, приехал байк. Наверняка уже многие видели какие-то рендеры на Ютубе, в принципе, какие-то иностранные обзорщики, 1-2 обзора я уже встречал. Ну так, поверхностно, подробно никто не разбирал. Мы сегодня его весь разберем до винтика, покажем, что это за аппарат. Talaria Sting. Спасибо большое компании Zoti, zoti.ru, наши партнеры, которые предоставили на обзор данный аппарат. У нас пока их еще нет. Вот ребята нам помогают снимать обзоры, чтобы все выходило у нас в первую очередь. Что это такое вообще? Что это за аппарат? Свой сурон я не просто так поставил рядышком. Это, ну не знаю, как бы вот... Модно говорить, это убийца Сурона. Выпустили какой-нибудь самокат наподобие Xiaomi 365. Убийца Xiaomi, убийца Ninebot. Не знаю, друзья, убийца он или нет, мы сможем сделать вывод только лишь после того, как его полностью разберем, проанализируем конструктивную инженерную часть, насколько здесь все грамотно сделано. И тогда мы сможем подвести какой-то итог. Но что бросается в глаза в первую очередь? Во-первых, он очень-очень похож на Сурон. Не знаю, правда или нет, по предыстории вообще создания этого байка, такая предыстория. Работал какой-то сотрудник, инженер, то ли какой-то ведущий там специалист, технолог в компании Сурон. Его оттуда то ли выгнали, то ли переманили, то ли он ушел сам к конкурентам. И конкурирующая китайская фабрика спустя небольшой промежуток времени выпускает вот этого красавца. Talaria Sting. По характеристикам очень схож с Уроном. Также мотор по 6000 ватт пиковая мощность. Батарея на Суроне 32 ампера в стоке. На Talaria, друзья, уже 38. Пусть немного, но побольше. Это плюс. По тормозам, знаете, они напоминают чем-то. Вот у меня установлены тормоза Hope. Очень напоминают хопы. Друзья, в общем, по виду схожий, но колеса, задние колеса пошире, тормоза подработали. Смотрю, конфигурация подвески тоже изменилась. И знаете, у меня на Суроне стоят проставки, которые седло поднимают на 5 сантиметров. И мой Сурон с проставками по высоте один в один, как Talaria, просто из коробки. То есть... Такое ощущение, что время по конструированию и доработкам, и допилам, работа над ошибками проходило в компании Talaria не зря. То есть они создали байк, который будет конкурировать с Суроном. По цене он пока, это первая партия, она пришла небольшая, она такая же, цена такая же, как на Сурон, порядка 350 тысяч. В будущем ценник будет немного ниже. С чем это связано? Не знаю, может быть, из-за того, что будет более крупная партия заказана. Может, ну, как бы, 300... Пока давайте берем отметку, что цена такая же, как на Сурон, 350 тысяч. Потому что, возможно, вы посмотрите этот ролик. Сегодня у нас какой там 29 ноября. Ну, считаю, вот уже 1 декабря. Декабрь наступает 2021 года. Возможно, когда вы посмотрите это видео, актуальность в цене будет немного другая. Так что предлагаю сейчас, не знаю, с чего мы начнем. Давайте мы начнем с полного его разбора, посмотрим по конструктиву, что же здесь, какие плюсы и минусы. А потом мы его соберем и замерим по классике максимальную скорость. Потому что скорость максимальную никто не отменял. И хочется посмотреть, насколько будет комфортно ездить на этом электробайке в потоке. Среди машин в городе, ну и в принципе там по лесам, по полям погонять, да, все-таки это больше кроссовая тема, нежели городская. Ну, также можно, поставил покрышки шоссейные и езди по городу, можно и на этих на самом деле ездить. Просто Сурон из коробки едет 75 км в час. Сколько едет Talaria, мы с вами увидим немного позже. А теперь, друзья, идем в мастерскую, занимаемся разбором, ну и... Смотрим,
лучше он, хуже, стоит менять его. Если владельцев Суронов достаточно много в России и вообще в разных странах. Просто есть ли смысл менять Сурон на Таларию? Вот это мы сейчас с вами и выясним. Ну вот, мы разобрали Таларию. Что мы сегодня вам расскажем про нее? Да полностью мы все расскажем. Мы сняли мотор, разобрали редуктор, разобрали, друзья, батарею, контроллер сняли, задний маятник сняли. А теперь давайте по порядку. Начнем с задней части. Колесо, вот оно у нас со звездой. По порядку начнем обо всем. Начинаем с заднего колеса и видим сразу, что колеса у Таларии и у Сурона собраны на абсолютно одинаковых ободах. Но единственное отличие в том, что на Таларии стоит колесо шире 80 на 100 19 радиуса, а на Суроне 70 на 100 на 19. Это сразу видно, то есть как бы оно визуально видно, что шире. Также ступица, на которой крепится тормозной диск и звезда приводная, они абсолютно одинаковые. Но за счет передаточных отношений, подобранных на Таларии, задняя звезда существенно меньше, чем Сурона. Правда, у меня установлена доработанная звезда на 60 зубьев, но видно, что даже 48-я, она на порядок больше, чем на Таларии. Теперь, что касаемо заднего маятника. Он шире на 2 сантиметра почти, там 15,8. У Сурона порядка 14 сантиметров. Соответственно, можно установить в маятник на Таларии покрышку 120-ю. Вот мы можем посмотреть, что она сюда спокойно даже с запасом умещается. Это очень важно для тех, кто занимается кросс-эндуро, чтобы был хороший зацеп по лесам, по полям гонять. Соответственно, нужна покрышка полноценная с хорошим грунтозацепом. Это, я считаю, что огромный плюс, потому что в Суроне все это очень ограничено размером маятника. Еще отличие Таларии и Сурона в том, что маятник задний крепится к раме через подшипники вот такими стальными, как не знаю назвать, втулками что ли. Здесь нам, чтобы демонтировать, нам просто нужно из рамы выкрутить две вот такие стальные вставки и все, маятник у нас в руках. А на Суроне ось вынимается, да, демонтируется еще он как-то более-менее просто. Но потом назад все это совместить, чтобы маятник с вот этим промежуточным валом, ось, все это, чтобы сошлось воедино. Честно, требуется очень много времени, и одному это сделать достаточно сложно. Вот мы видим, что на Суроне маятник крепится вот такой осью. Причем ось в раму вставляется без подшипников, без всего. Просто она вставляется и затягивается. И, соответственно, чтобы снять маятник, надо демонтировать, вот, вытащить ось спецключом. И назад, честно вам скажу, установить гораздо-гораздо сложнее, нежели на Таларии. В Таларии сделали вот такую мощнейшую перемычку. Ее сюда вварили, она не прикручена, она просто вварена. Это часть рамы. И, соответственно, жесткость рамы, нижняя часть, вот вся как раз на этой перемычке завязана. К этой перемычке крепится как раз вся задняя часть подвески. Прогрессия и вот этот треугольник, который часто лопается на Суроне. Как он себя будет вести на Таларии, мы это все, конечно, спустя какой-то промежуток эксплуатации сможем сказать вам, как оно себя покажет. Но пока первое впечатление таково, что здесь все как-то, не знаю, взяли Сурон и произвели работу над ошибками. Вся нагрузка задней подвески в Суроне идет на маятник и на эту ось. А здесь нагрузка ложится на вот эту мощную перемычку. Теперь, что касаемо амортизаторов. Он такой же, как на Суроне, 270 мм. Но подрамник здесь крепится, и он лежит прямо на раму, опирается. То есть небольшая, немного другая концепция крепления. А на Суроне вся нагрузка подрамника идет на вот эти два уха. Здесь у нас, видите, уже проставка стоит, чтобы седло стало выше. То есть мы видим, что вся нагрузка идет на вот эти два уха. Просто в Таларии более грамотно это все сделано, потому что, то есть, грубо говоря, у нас в Таларии вот так вот рама, и все на раму, вся нагрузка от сидения, когда ты прыгаешь, там, если много весишь, то все идет на раму. А здесь задействованы уши рамы. Честно сказать, я ни разу не сталкивался, чтобы у человека эти уши вырвались, либо отломились.
ну, в отличие от там, прогрессии, там, которая ломается, там, треугольника, это, на котором устроен, ломается, от жесткой эксплуатации. С ушами никогда проблем не было, но все равно можно понять, что это видно, очевидно, что подход, когда вся нагрузка идет целиком на раму, это более правильный. Да. Что касаемо батарей. Батарея на Таларе, как я уже сказал, 38 ампер против 32 ампер час суроновских. Они по-прежнему оставили напряжение батареи 60 вольт. Но за счет того, что емкость выше, соответственно, стали больше габариты. Батарея с Таларии, высота 39 сантиметров, крайняя точка, у Сурона 37. Соответственно, Талария на 2 сантиметра выше. И также по ширине. Талария у нас 16,5, почти 17. Сурон у нас 16. То есть габариты, понятно, что стали больше. Что мы видим внутри? Внутри тут темный лес. Тут BMS, какие-то всякие контроллеры. Контроль питания, тут видно, что можно нажать и показывает, сколько процентов. То есть если в Суроне мы нажимаем и видим в цифровом индикаторе, что вот осталось здесь сейчас 39% заряда, то в Таларии, когда мы нажимаем, там видно просто... Там 6 лампочек и индикация 100%, 80%, 60%, 40% и 20%. 20% там уже красный диод загорается. Также я вижу, что в плате, которая выводит индикацию заряда батареи в Таларии, есть антенна Bluetooth. Возможно, либо есть приложение, в котором можно смотреть заряд батареи, температуру и всю прочую информацию, либо его скоро изготовят, и мы будем видеть эту информацию, как вот, например, батареи есть там, умная Bluetooth, да, там Ant BMS многие используют. Заходишь в телефон и видишь температуру, как заряжена каждая ячеечка, все-все-все. То есть возможно, что в Таларе это скоро тоже появится. Еще очень удобно организован порт заряда на батарее в Таларе. Просто так его не снять, его надо немножко крутануть против часовой стрелки, и тогда он открывается. В Суроне просто он может быть от движения, да, ну, в принципе, как на многих самокатах, вот так вот порт болтается. Здесь он так болтаться не будет. Раз его и защелкнул. Дальше, силовые клеммы. В Таларии один всего лишь разъем. Тут и под плату BMS, и плюс с минусом. В Суроне все организовано путем двух клемм. Одна силовая, одна под BMS. Но мне кажется, что когда одна клемма, то вот я общую воткнул, это все же удобнее. Касаемо батарейного отсека. Он, разумеется, больше, чем в Суроне. Здесь меньше всяких препятствий. То есть, чтобы в Сурон поставить тюнингованную батарею, например, там, как у меня стоит, 52 ампера, 72 вольта, приходится подпиливать раму. Просто ее так, она не то, что она выше, но она по габаритам не проходит. Я вижу, что вот в Таларии таких проблем не будет. Очень интересное решение здесь, ну, оно элементарное и в то же время очень интересное. Когда батарея упирается в дно, здесь такая педалька небольшая, которая прижимает батарею к корпусу ближе к передней вилке. Соответственно, она не будет у вас вот так вот телепаться, то есть она будет сидеть четко. В принципе, в Суроне тоже батарея четко сидит, но здесь еще дополнительно она прижимает. То есть здесь у нас две лопаточки и резиновый коврик, к которому все это прижимается. Теперь, что касаемо проводки. В Таларии мы видим, что организация всей проводки гораздо более грамотна, чем в Суроне. Но опять же, друзья, я это вам рассказываю не то, что я хочу Сурон как-то принизить, потому что я сам им владею. Просто я рассказываю то, что вижу. Взяли инженеры суроновские, опыт накопили, многолетний производство этих байков, и сделали что-то, произведя работу над ошибками. Мы видим, что вот отсоединили контроллер, здесь нету никаких пучков, как в Суроне, вот там что-то миллион всего. Ну да, тут есть один жгут, просто там три клеммы соединяются и все. Соответственно, здесь ничего не болтается, внутри тоже ничего не болтается. То есть вся проводка скоммутирована вот в этом узле, и это не мешает сборке, разборке. Там контроллер снять, что-то подключить, отключить, потому что все-таки все равно это байк такой, который многие покупают и потом начинают дорабатывать, тюнинговать. И когда вот эта куча всяких проводки и датчиков стоковых, ну это мешается. Здесь все как-то вот прям упорядочено и разложено по полочкам. В Таларе мы видим, как грамотно сделали
такую крышку, которая, во-первых, она закрывает сигнал. Нету проводов, которые бывают, часто попадает влага из переднего колеса на питание, на плюс и минус от сигнала. В Туроне это происходит. И он окисляется, перестает работать. Здесь это все закрыто, все четко сделано. И когда мы эту крышку снимаем, мы получаем доступ к этому огромному пучку проводов, где скоммутирована вся проводка в Таларии. Дальше мы видим, специально я взял Суроновский контроллер. Контроллер, кстати, в Таларии мы попытались вскрыть, но это у нас не получилось, потому что там все залито плотно компаундом. Отсюда мы сделаем вывод, что контроллер не требует никакой дополнительной гидроизоляции, просто эксплуатируйте и получайте удовольствие. По размерам он точно такой же, как на Суроне, идентичный. Но единственное, отличается в креплениях, то есть в Таларии он крепится сбоку четырьмя болтами, четырьмя винтами. А в Суроне два боковых, два верхних. Что касаемо рулевого стакана. На Таларии он составляет 14 сантиметров, что на сантиметр больше, чем на Суроне. Просто для тех, кто ездит агрессивно, бывает, что прыгают с трамплинов, там используют Сурон как очень жестко. Иногда случали, бывали случаи, встречали, что вот здесь начинаются трещины по сварному шву. В Таларии, я так понимаю, что они просто площадь сварки и площадь соприкосновения к раме увеличили на сантиметр. Я думаю, что это положительно скажется на эксплуатации в жестких условиях. По поводу вилки, хочется сразу отметить, что вилка в Таларии, диаметр пера 36 мм. В Суроне он составляет, друзья, 35. То есть в Таларии на 1 мм, пусть это ничтожно мало, но перо потолще. В Суроне вилка перевертыш. Соответственно, закрепить крыло человеческое сюда невозможно. У меня, когда был мой первый Сурон желтый, там была вилка нормального, ну, классического типа, велосипедного, как сейчас установлена Таларии. Сюда можно установить крыло, которое будет реально вас защищать от грязи и брызг. В Суроне только один вариант. Стоковое крыло. Да, ездить можно, но если вы ездите по грязи, там, снегу, дождю, то, конечно, все это летит на вас, ну, знаете, когда едешь уже кроссовые трассы преодолевать по лесу, то, конечно, уже вот это там плюс-минус крыло, уже разницы нет, потому что ты все равно приедешь весь грязный. Но в городских условиях ты едешь по дороге, которую там только что поливалки полили, да? Соответственно, вот это крыло, это вообще его надо сразу в Таларии написали, его просто открутить, выкинуть и купить нормальное. Да, там какие-то деньги, там 5-7 тысяч потратить. Но зато вы будете уже по дороге ездить, и голова у вас будет спокойна, что вы приедете, да, пункт назначения чистым. Но сразу хочется отметить, что в Суроне есть задний отсекатель. Насчет спины у меня голова не болит. А в Таларии, друзья, кроме коротенького вот этого брызговичка, который в конце сиденья установлен, ничего нет. Соответственно, надо дорабатывать. Что касаемо мотора, мы его сняли целиком. Внешне он очень похож на мотор от Сурона. Мощные фазные провода. Ну, еще какая-то вот здесь фишка. Я думаю, что это контроль температуры. Скорее всего, там датчики установлены. Также в этом редукторе присутствует сапун. И длинным шлангом ответная его часть выходит под сиденье. Дальше, друзья, мы видим, что редуктор к мотору просто прикручен. Это совершенно другая концепция, нежели в Суроне, как я вам уже перед этим сказал. Все вращается вообще прекрасно, никаких усилий. Возможно, что Талария работает тише именно как раз из-за этого узла, потому что я на нем чуть прокатился, реально как будто он чуть-чуть тише, хотя тоже на цепном приводе. Вот такое масло мы слили с этого редуктора. Здесь есть заливная пробка и сливная. Видно, что в этом масле присутствуют частицы металла, потому что байк находится на обкатке. Нужно какое-то определенное количество километров проехать. Я думаю, что километров 500 на нем, 300-500 проехать, и это масло обязательно поменять. Оно не какое-то специальное, просто, ну, какое-то масло в автомагазине купить для трансмиссионной, что ли. Потому что
Здесь уже более серьезная система, видите, и требует другого обслуживания, не то что в Суроне, просто катаешься и все. Но, возможно, это идет ему в плюс. Время покажет. Я хочу себе такой байк оставить, поставить на него контроллер Syntec, собрать другую батарею под этот батарейный отсек и потестировать, как он себя будет вести. Я уверен, что вот эта конструкция в редукторе спокойно 20 кВт, которые в пике может выдать контроллер Syntec, спокойно все это переварит. Но 100% я могу на это ответить только тогда, когда мы сделаем его полностью и поэкспериментируем. Хотелось бы еще отметить одну очень важную вещь. Когда мы сейчас собирали, и я натягивал цепь, смотрите, друзья, в раме здесь больше расстояния для работы ключом. Соответственно, без проблем можно затягивать его. Ну, как бы, не то, что затягивать, а колесо выравнивать, делать правильную натяжку цепи. В Суроне так просто не сделаешь. Там ключ вставляется тяжело, и очень маленькое расстояние для перехвата ключа. Здесь сделали больше выборку, соответственно, это делать более комфортно. И, коли сразу мы находимся в этом ракурсе, защита цепи пластиковая идет уже в стоке, и защита амортизатора тоже идет в стоке. То, что в Суроне дополнительно, как тюнинг комплекта, продается вот эта деталь, вот это, за что надо платить дополнительно, здесь это уже идет с завода. Что касаемо зарядных устройств, они не то что похожи, а они абсолютно одинаковые. Только на суроновском написано Сурон, а на зарядке для Таларии ничего не написано. Они оба 10-амперные. Еще не сказали вам про тормоза. Мы для сравнения суроновский тормоз взяли. Это тормоз от Таларии. Внешне они отличаются. Тормоз Таларии, как я вам уже сказал, похож на тормоз Hope, либо Magura, потому что такие вставки они сделали. Он такой же, 4-поршневой, как и суроновский. И теперь по колодкам. Это колодка от Таларии, это колодка от суроновского тормоза. Мы видим, что они абсолютно одинаковые. То есть, чтобы, насколько я помню, еще подходит на суроновский тормоз, соответственно, и подходит еще на Таларию теперь колодки от тормозов Shimano Saint. Вроде такая история, потому что родные колодки так себе. Это колодка от тормозов Hope. Ну, она идентичная по площади соприкосновения, да, там, ну, сколько там, шире там на 1,5 миллиметра. По длине она, в принципе, такая же. Но хоповские колодки в эти тормоза не зайдут. То есть там свои колодки, либо от Shimano Saint. Ну, все, в принципе, тормоза один в один, да, то есть у нас те же 4 поршня, но здесь Сурон вид, а здесь просто вот они вот решили вот такую концепцию под более модные немецкие тормоза. Ну что, теперь пришло время взвесить аппарат. Давай, Леш, поднимаем. Подняли, друзья, ставим. Что у нас получится? 66,1. Можно вычесть, ну, грамм 300, 500, давайте 600, чтобы ровно был вес, будет 65,5. То есть доска сверху лежит. Чтобы вы увидели, весы стоят четко на плоской поверхности, на столешнице, на металлической. Место, не место, так сказать, площадь опоры на весы четко посередине, между ними одинаковое расстояние и между ними. То есть взвешивание реально объективно, потому что бывает, знаете, как чуть не так туда-сюда поставишь, она плюс-минус туда-сюда 3 килограмма могут гулять, а то и 5. Что мы дальше смотрим? 65,5 вес. Кстати, Сурон мы никогда не взвешивали, сейчас мы его тоже взвесим. Давайте дальше, поехали. По меню. Чтобы попасть в меню, надо нажать кнопку «Удерживать» и в это время включить зажигание. Держим. У нас появляется, друзья, меню. Что в этом меню есть? Дата. Входим. Показывает, что 9 километров проехал байк. Время, не знаю, что за время. Время, наверное, первого запуска.
Ну и какая-то еще информация. Окей. Дальше. Юнит. Система измерения метрическая. Wheel. Колеса у вас. Как ставите 17-е, выбираете 17-ки. 17-ки, то есть, соответственно, шоссейные покрышки. У нас стоят 19-е. Выбираем 19-е. JR. Это редукция. Самая большая проблема была в Суронах. Ну, не то, что большая проблема. Такая одна из проблем. Когда устанавливаете то 48-ю звезду, то 58-ю, то вот сейчас у меня стоит 60-я. Спидометр показывает нечетко. Здесь вы можете выбрать редукцию. Я не знаю, какая сейчас установлена, мы видим посерединке. То есть выбираете редукцию, чтобы спидометр был более четко откалиброван. Соответственно, вы ставите GPS-спидометр на телефоне, смотрите, насколько он корректно показывает с бортовым компьютером, ну, насколько верно. И после этого можно путем изменения редукции и можно подогнать, чтобы у вас прям вот едете, там показывают 70, значит, вы едете 70, чтобы не врал в плюс или в минус. Дальше. Battery. Это, судя по всему, связь с BMS. 38 ампер-часов батареи, 66,6 вольта сейчас. Цикл заряда 2. Вот так вот выглядит меню. Выходим из него. Здесь мы видим, что кнопка горит. Wait. Ждите. Соответственно, сейчас мы ехать не можем. Мы газуем. Видите? Он не едет. Чтобы байк поехал, надо нажать кнопку старт и подержать. Все. Ну, не нажать, просто нажали, все. Теперь все, он поехал. Это на самом деле очень удобно, потому что на Суроне была такая история. С подножки снял, или датчик подножки. Начинаешь его закатывать куда-то, а он включен. Газанул, Сурон вырывается. Вот таким. Я, кстати, газ Сурона перевел под большой палец, потому что один раз выкатывали мой Сурон, мой товарищ выкатывал. Он был, стоял на спорт-режиме, нажал газ в пол. Влад, спасибо тебе большое. Мне пришлось... Ну, короче, Сурон подпрыгнул и ударил в мою машину. Дверь под замену, крыло под замену. И руль за 7000 на Суроне стоял тоже под замену. То есть просто на ровном месте. Да? Ты так выкатываешь за ручки, да, там, нечаянно газанул, он и поехал. Здесь такого не случится, потому что надо сначала разблокировать кнопку спорт. Если он, опять же, если он включен. Так выключил, конечно, он никуда не поедет. Второй раз Илья... наш профессиональный пилот на Суронах, на самокатах он гоняет. Он также закатывал его. Я говорю, Илюх, давай я закачу. Не, я сейчас закачу, ты иди, там что-то там... Мы торопились. Он также закатывал, газанул вместе с Суроном. Он его не стал отпускать. Вместе с Суроном врезался в стену и сломал палец большой на ноге. То есть, блин, ну, травма опасная штука, что поделать. Здесь такого... не случится, пока вы не нажмете старт, пока байк не запустится, не активируется. Поехали дальше. Сейчас я попробую нажать газ в пол, и мы посмотрим, какую максимальную скорость отображает на спидометре. Так, да, спорт режим. Давайте-ка, знаете, сначала мы... Как тут у нас режимы меняются? А, кнопка М нажимаете, эко. На эко по курку газа 57-58 это максимум. Теперь смотрим, сколько поедет на спорт. Спорт, поехали. 85 километров в час он поехал на спорт режиме. Когда мы разогнали его до максимальной скорости, я попробовал, работает ли... А, во-первых, на Суроне, в стоке, газ скидываешь на спорт режиме, колесо сразу начинает рекуперации и тормозить. То есть двигатель сам начинает затормаживать. Эту функцию можно отключить, но в стоке она включена на всех Суронах. То есть все помните, да, там едешь на Суроне с горочки, газ скинул, чтобы типа накатом ехать, а он и тормозит. Да, можно там, есть комбинация там нажатия на ручки газа, чтобы отключить рекуперацию. Здесь она не включена с завода. Но... Еще фишка такая, что когда вы нажимаете на ручку тормоза, ну смотрите, сейчас я что сделаю. Здесь на ручках концевик. Когда тормоз нажат, газовать вы не сможете. Мотор отключен. С тормоза убрали руку, все, байк поехал.
Сейчас я разгоню его там до середины, до максимальных оборотов и попробую зажать передний тормоз. Что мы увидим? Давайте смотрим. Нажимаю на тормоз. Тормоз сейчас держу в пол. Мы видим, что рекуперативный тормоз здесь не включается. Я так полагаю, что в этом контроллере, возможно, его вообще нет. Потому что из меню включить нельзя. Может быть, его можно, как на Суроне, путем нажатия определенной комбинации на ручке тормоза, там 7 раз короткий, один длинный, там отключается рекуперация. Может, здесь ее как-то можно активировать. Но рекуперации здесь нет. То есть мы рассчитываем только на тормоза стоковые. Нажал, тормозишь, отпустил, едешь накатом. Теперь давайте взвесим Сурон в стоке, посмотрим, сколько он весит, и замерим длину двух байков. А после этого самая любимая моя часть. Замер максимальной скорости. По воздуху едет 85. Сколько же он поедет подо мной? Мой вес 88 килограмм, но в одежде пускай будет 90. По прямой сейчас разгонимся, сколько он потянет. Потому что Сурон стоковый, мы помним, из коробки на 48 звезде едет 75 километров в час. Сколько поедет Талария? Не переключаемся. Смотрим взвешивание Сурона. Ну что, давайте сейчас весим Сурон. Смотрите, какая история. На весы мы его когда ставим, с батареи он не держит, он перевешивает. Поэтому мы сейчас его завесим без батареи. И потом батарею взвесим отдельно. Сурон мой сейчас в стоковом исполнении. Колеса как идут из коробки. Контроллер, единственное, у меня Синтек, но он примерно столько же весит, сколько и стоковый. И дополнительно, единственное, у меня только фары вот установлены. Так что, ну, тормоза стоят другие, но те тормоза убрали, эти поставили. То есть по весу то же самое. Сейчас взвешиваем его, давайте, и будем вес складывать. Так, нажимаем, мы кладем, давай, ставим. 47,6. И давай теперь его скидывайте. Сейчас завесим батарею. Батарея 47,6, значит. Одиннадцать. Значит, получается 58,7. 58,7, там у нас мы округлили 65,5. 7 килограмм Сурон легче, нежели Талария. Ну, теперь давайте замеряем максималку. По поводу посадки, друзья, вот сейчас еду на Таларии максималочку замерять. Ноги хочется немного ниже поставить. Соответственно, попозже мы будем изготавливать проставки, как для Сурона, чтобы ноги более в комфортном положении находились, нежели сейчас. Насчет цветовой гаммы. С компанией Zoti я разговаривал с ребятами. Они сказали, что фабрика дает пока только черный цвет. Хочется, конечно, какое-то разнообразие, потому что черное, честно, это, ну, скучно. Реально скучно. Посмотрим, что будет у нас дальше, какие предложения. Блин, подрывает аж. Привычки, знаете как. У него как-то сначала очень резкий подрыв, прям резкий, ваш, вот он не на заднее встает, а потом тяга умеренно прибавляется. Сейчас. Так, у нас получается, вот, кстати, спидометр, давайте смотрим. Ну, примерно. Впереди автобус, сейчас он уедет, я поеду. Посмотрим, насколько четко он с завода настроен. Если что, можно подкорректировать, как я уже показывал, в меню есть редукцию выбрать, и будет четко. Ну, вроде машины рассосались, давайте, жму в пол. Спорт режим, друзья. Yeah.
69-70 по курку, а по спидометру 79. Блин, машин что-то вроде суббота, а машин дофига. Ну 70 мы развили. Стандартной схеме. Второго полицейского одного проехал, второго перепрыгиваю, жму в пол. Посмотрим. А я его буду перепрыгивать, даже не добавляя скорость. Быстрее 70 мы не разогнались. Холодно, друзья, дико холодно. Ну-ка, прям. Нет, подвеска супер. Подвески вообще вопросов никаких нет. В общем, 70 километров в час нам удалось развить на Таларе из коробочки. Сейчас мы ставим его к стенке, друзья. Замок зажигания выключаю. И сюда же мы подкатим Сурон. Посмотрим, какой из них короче, длиннее, или они одинаковые по длине. В общем, сейчас посмотрим. Сурон уперт в стену, Талария уперта в стену. Берем рулеточку, друзья. В стену я тоже упираю. По центру колеса смотрю. Примерно 1,88 м. 1,87 м, 1,88 м. Такая длина у Сурона. Теперь у нас Талария тоже. В стеночку упираю. Так, сейчас у нас по центру колеса смотрим. 1,87 м. Так они, получается, одинаковой длины. Ну, давайте тогда подведем итог. Не знаю, мне там один товарищ говорит: Леонид, как ты будешь, Талария хуже по управляемости, она короче, там инженеры сказали, какие-то там тестировали, смотрели, что она короче, она будет хуже себя вести, не знаю, ведет себя прекрасно, 70 км в час у меня получилось на нем разогнаться, длина точно такая же, ну может там сантиметр, как бы, но это вообще настолько это не критично, не чувствуется, просто тут он сантиметр короче, а здесь он получается уперся не колесом, а отсекателем. Вот мы видим, вот этот же сантиметр. То есть длина точно такая же, как у Сурона. Теперь, какое резюме? Конечно, хочется цену более доступную на Таларию, чем на Сурон. Потому что Сурон стоит сейчас 350 тысяч приблизительно. Это конец 2021 года. Да? Потому что, не знаю, может, вы через год это видео посмотрите и будете говорить, что там вообще все кардинально может поменяться. Талария стоит столько же. Через какое-то время, как
специалисты из компании Zotys сказали, что они будут заказывать огромную партию, и тогда цена, возможно, будет более приемлемая, чем сейчас. Резюме таково. Talaria байк классный. Честно вам скажу, я хочу заказать себе один такой байк, чтобы поэксплуатировать его, чтобы вот по Сурону все понятно, все какие косяки, болячки присутствуют, они все устраняются, и езди, пользуйся, эксплуатируй, кайфуй. С Talaria пока непонятно. Конструктив однозначно лучше, маятник шире, снимается легко, редуктор, но вот к редуктору есть вопросы. Выдержит ли он 20-киловаттную мощность, так же, как, такая, как сейчас у меня на Суроне? Я думаю, что выдержит. Кто-то, мнения расходятся, говорят, что он рассыпется у тебя. Но на Суроне шторм 20 с лишним киловатт, 23, по-моему, киловатт или 21. Там такой же редуктор, там нету такого вот переходного промежуточного вала, да, который там сначала от мотора ремнем приводится в движение, а потом переходит это все на цепь. Там все выдерживает, никаких нареканий нет. Я думаю, что в Talaria тоже все должно это срастись. Поэтому хочу себе такой байк заказать, поэксплуатировать его, посмотреть как, потому что хочется и Сурон, и это все. Ну, как бы мы же канал по электротранспорту, нам нужно объективные отзывы, нам нужно сравнивать, нам нужно показывать опыт эксплуатации. И вот ради этого я себе Talaria хочу приобрести. Такое ощущение, что... Если эта легенда действительно правдоподобна, что человека то ли переманили, то ли его выгнали из компании Surona, он перешел с этими знаниями по Surona в другую фирму, и там они построили Talaria. Он, если это так, то значит, он взял все недостатки, все косяки и недочеты, может, не косяки, там недочеты Surona, переработал их, произвел работу над ошибками, и получился вот такой вот байк. Мне он, честно, понравился. Возможно, кто-то в комментариях напишет, что Леонид, ты что там, зачем ты нахваливаешь там туда-сюда, там у тебя часто бывает, ты вот что-то снимаешь новое, там все. Ну, и говоришь, что только положительное. Честно, вот кроме того, что здесь нет заднего осекателя и нет нормального крыла, вопросов к нему вообще нет. Батарея больше, тормоза такие же, да. Настройки на курке больше. Сам он по себе уже выше. Вот даже вот мы можем... Я вам говорил, что они одинаковые по высоте. Вот. Можем все вот сиденье. Сиденье, кстати, подлиннее. Прям сантиметров. Я вам сейчас скажу, насколько. Сиденье 50 сантиметров. На Суроне 43 сантиметра. На Talaria на 7 сантиметров сиденье длиннее. Байк сам выше. Но... Вот вы сейчас посмотрите, как я на нем смотрюсь. Мне не нравится вот это вот, слишком ноги высоко. Хочется вот эту подножку опустить примерно на вот такой уровень. Сантиметров на 10, на 8. Тогда будет более комфортная посадка, как вот у меня на Суру. Смотрите. Во-первых, у меня руль больше подъем. Вот. Вот на Суроне мне комфортнее. Но здесь уже проставки в седло, проставки в подножке. По крайней мере, в Talaria не нужно будет в седло ничего вставлять, потому что оно и так уже у вас высокое. В общем, друзья, у нас этот аппарат есть в тесте. Ни в Zotys, ни в Электрострите, там, ни в Люксвело, нигде этих самокатов двухколесных, нигде в тесте их нет. У нас огромная площадка, приезжайте, катайтесь, пробуйте и для себя делайте какие-то выводы. Ну и не забывайте подписаться на наш канал, поставить пальчик вверх, если все понравилось, и Инстаграм с ТикТоком тоже. Там появляется все гораздо раньше, чем в Ютубе. Так что же подпишитесь. Всем пока.